Я хотел, ребят, показать наш второй этаж. Вот такой бардачище у нас. Как мы переехали сюда, все забросили, что у нас было на том втором этаже. Тут я уже стеллажи начал делать, не мог сразу продолжать, потому что сзади вон там, видите, кабеля идут, и там большие краскабеля были толстые, со всем электричеством, да. И нам его пришлось отрезать, короче, и будет другое. Не в этом, короче, дело. Другой будет у нас кабель сюда приходить. С электричеством, чтобы не от соседа брать электричество. Там еще вон один сверху идет. Еще мы от него электричеством пользуемся. Как бы, ну, надо наконец-то свой прокладывать. И у нас проблема на улице. Снега идут. Ни хрена работы не идут. Короче, на улице никто не копает, ничего не делает. Ну, вот так вот. Сейчас стеллаж доделаю. Как раз вот сегодня делать нечего. Ну, как делать нечего. Делать всегда есть еще. Но вот именно решил сегодня стеллажами заняться. Стеллажи так вот сделаю. Потом, что у нас-то? Это у нас мы сразу вот для наших колес. Вон, как раз, два колеса у нас 35-е, совершенно нулевые. Видите, целлофане еще. Это для кемпера уже купили два штуки. Два у нас есть как запаски. Сперва испытаем так, потом еще два докупим. Пока так, да. Там наши все колеса, резина лежит. Ну, не все, половина. Еще надо поднять снизу. Вон там еще вон стопка лежит снизу. Целая стопка резины. Вон, как снизу, как 35-е лежат, да. Ну, вот так наш кемпер стоит, отдыхает. Никто с ними не занимается. Учась на то работа, то школа, короче, некогда даже и видики снимать. Приходит поздно, темно, не стоит, короче. Наш этот стратег разбитый, да, вот так в углу и стоит. Стол этот мы передвинем в другую сторону. Вон, печки у меня уже нету. Почему у меня ее нету? То, что у меня ботаник спиздил ее, блин. Ой, извиняюсь. Своровал, своровал. Там у нас на улице, как вы знаете, у нас домик, который мы будем перестраивать, там будем жить. Ну и у него там сейчас как раз партия, хуярти. Короче, девчонки, пацаны, шиша и пивко. И он там, короче, туда мою печку перетащил и не отдает ее, гад. Он, солярку, вот только солярку, он, где синяя канистра есть, мне пустые канистры ставят, типа, заполняй, пацан. А я их не успеваю заполнять, блин. Вот, короче, вот как-то так, да. Вот ковыряюсь, вот один, он опять сейчас в школе учится. Мотор у нас, вот этот трехлитровый мотор с тиранчика уже выдернули. Выдернули мы его. Он коробку купил на дышло прицепа своего нового поставлю. Эту коробку, чтобы можно было там всякие ремни возить, всякую дребедень, шекели. Шакали, шакали, вот так шакали называется. И всякие блоки и все такое. Ну вот сейчас буду, короче, продолжать делать стеллажи. Смотрите, я даже вон с уровнем земля-воздух делаю. И потом буду это все делать туда раскладывать, чтобы аккуратненько все получилось. Скорее всего, туда до самой стены, скорее всего, он туда вон сделаю еще стеллажи до конца. Там у нас ботаник, он короткий, и будет туда на коленях заходить. Кстати, он то он в углу у нас стоит, как раз наш хайджек, самый первый. Что-то там, блин, машинка что-то там мозги парит, клинит. Да. А там где-то у нас вон, там в углу второй. Чё ты его загоняешь? Зачем ты его загоняешь? А, на учет? Чё, все, очередь пришла, патрола? Давай, давай, чисти, чтобы там... Стрынжин поставим, колесики поставим, фары поставим. Фары не будем, фара красивая у него. Колесики можно. Ага. Скользко. Да? Не звезданись оттуда. Очень скользко. Что там? Чё там, чё там? Наконец-то загнали мы его немножко-то поковырять. Тормоза чё? Новые, да, все? Вообще новые, там километр еще осталось на клёцек. Клёцек. На клёцек. По-польски это клёцек. По-польски. Как люди там его поставили, так они тут стояли, короче. С 9-го года, да, машина стояла? С 9-го года машина стояла, тормоза нулевые. Не, подожди. Девятый, я слышу, что тут
Да, 7-го года эти техосмотр прошли и поставили, по ходу дела, ее. Вот с того времени стоит, уже 17 лет, 14. Как счетовод я нормальный. И решили мы взять, наконец-то, вот реально, пацаны, купили машину, ни разу вовнутрь не заглядывали. Ну, как заглядывали, какое-то дерьмо там валяется, ни разу не убирались. Тут, короче, теперь решили мы поглядеть, что там есть. Просто мы уже нарвались там на интересные вещи. Вот это красиво, да? Оставишь? Да, конечно. Почистить. Фига себе. Оставим. Почистить? Да. Постираешь на руках, как носки. Ага. Там уже более-менее порядок. Ну, тут-то нормально. Чё ты там нашел интересного? Зонтик я нашел. Зонтик? Зонтик. Короче, фермер был. Ну, как-то детский зонтик, да? Да-да-да. Фермер был педофил, наверное. Детей возил в багажнике. Опа! Что это за чехол? Что такое? Для сиденья, наверное. Что за дерьмо? Он его сам шил, по ходу дела, вышивал по вечерам. Красивый. Да? Тоже нужен. Пригодится? Ну? Пригодится? Опа! Мне самое главное, зонтик нам понравился. Что там такое? Расчески из... Да ну на труже! Выброси! Панталоны. Сразу в мусорку их там, да. А у меня тебе не хочется знать, откуда эти трусы взялись. Откуда они взялись? Вот это интересно, это загадка. И... Кто их там забыл, когда шмыганул? Номера. Номера? Пригодятся, нет? Да, что, нет. Тряпка будем брать? Мусор. Как колеса мыть. Все, мусор. А это что? И вот он, мне кажется, там больше всех вонял. Mm-hmm. Ну это не турецкий, это немецкий, наверное. Нет. Да, от Аладдин. Аладдин? Ну. Можно на нем летать. Вот его тоже сразу в мусор. Вообще все надо эти хернюхи вытернуть. Да. Они воняют ужасно. Там, конечно, ребята что-то, блин, я не знаю, плесенью воняет. Ну всем подряд. Хрен его знает. О, да! Запчасти! Ну что как-то там? Уже сломанные. Сломанные? Уставшие запчасти? Ну зато упакованные. Даже упаковки? Да. Да ну нафиг. О, перчатки. Вова, правда. Все-таки ремень меняли? Да. Ремень, ребята, меняли на нем. Может, 260 пробег. Значит, один раз меняли? Значит, его больше в жизни не надо менять. Да. Так что, ребята, это нас радует. Получается, в 7-м году меняли. Ну, машина стояла, в принципе, в гараже. Если бы не в гараже стояла, уже сгнила бы. Что за письмо? Письмо из прошлого. Тут есть? Ну, когда это было? Год. Да, стоит. Да? Какой год? 11-й? Да. А что за 11-й? Наверное, не от него. Подожди. Так, ладно, товарищ мне тут позвонил, как немножечко оторвал от дела. Что мы тут хотели снимать? Как мы убираемся? Что нашел опять? Газа еще нету. Есть? Есть газ? Ова. Ова. Нифига себе. Даже чем? Маленький шуруп обзор. Шуруп? Да, такой маленький. Нифига себе, это больше, чем твоя рука. Стоп. Шурупчик. В трусы не искать. Это чтобы в трусах носить, чтобы тебя ветром не унесло. Так, сзади у нас как сиденье, маленький обзорчик, да, сзади у нас сиденьев нету. Вот, была такая вот как раз плата деревянная, воняет она больше всего как раз. Ее надо нахрен, мы ее открутили. Так, у нас это грузовик, это у нас, блин, не видно, да? Это у нас, короче, обшито дерево и обшито этим паласом. Ой, это у нас варено железо, блин, нифига не вижу. Вот так, да. Варено железо, короче, и обшито паласом. Так как это грузовик у нас, говорю. Ты лук снимал? А, да-да, обзорчик, а, у нас, ребята, люк есть. Не лук, это не лук, это люк, пацан. Люк. Да, и руль, ну-ка покажи, что за руль у нас крутой. Вот, газовать можно, как на мопеде. Оба-на. А, это же японская хуйня. У него постоянно сигнал работает.
Ну это как-то... А боковые? У нас... Да ну нахер. У нас другой. Не, сигнал красивый. У нас другой был. Мне сигнал нравится. У нас как у поросенка было такой... Короче, убираемся немного, приводим в порядок. Колесики еще не порешили, мы какие поставим. Те красивые поставим? Да? Наверное. Техосмотр у нас уже прошел сегодня. Сегодня техосмотр прошел. К нам прям на дом. О, машина у нас стоит. Нет, он нам к на дом прям приходил, товарищ. Посмотрел, говорит, блин, такая машина. Техосмотр сразу с разгону проходит. И никаких замечаний нету. Все четко. На учет, правда, мы ее сами поставили. Нет, в понедельник у нас термин на учет ставить. Так, дизельный фильтр, ты говоришь, нормальный, почти новый. Воздушный фильтр тоже новый. Короче, тормоза новые. Тормоза новые. Да мы вообще новую машину, пацан, купили. Да. Инспекционно уже делано. Короче, надо, конечно, чуть полирнуть двери. И ржавчина уйдет. Завтра полирнешь? И будет новое. Так, что еще? А, масло. Масло сегодня я заказал. Фильтра у нас есть еще два штуки. Фильтра есть. Что с фарами будешь делать? Ты же это как... Это же... Angel Eyes. Angel? Потому что с этими фарами, блин, ты вообще ни хрена не увидишь. LED-шные. Вопрос один, знаешь какой? Оп, ты их вот эти фары снимешь, они там, может, приржавели. Вообще оптика там внутри еще нормально, вроде как будто не ржавая, или? Ну. Да? Сколько у нас поворотников есть, вот эти кассы? Все. Все, которые есть в Германии. Штук 10, наверное, у нас лежат там наверху. В упаковках. Даже, я думаю, штуки 4, наверное, новых совершенно. Сюда опять нулячих. Опять поставим или? Ну да, наверное. Да. Блин, а погнутая, да? Так, чуть-чуть. Об дерево потом выпрямишь? Можешь? Так, ну бампер, в принципе, тоже мне еще нравится. Он еще такой прям бодренький, четкий. Брызговички, смотрите, какие. Это, короче, вот... Вход у дверей вот такой, как где-то фермер оторвал, привязал сюда. Зачем они ему нужны были, я не знаю. И днище он, чем попало. Короче, он где-то, короче, масло понамешал с кем-то, песком, хрен его знает, с дегтем. И все, днище промазал. О, правда, тут листочек. Что за листочек? А, когда меняли, да? Ну. Короче, да, ремень, короче, ГРМ ремень ребята меняли. Хорошо, что ничего не написали. А, не написали? Когда и зачем? Не, вот там написано обычно, только ты это не можешь прочитать. Какого года машина? 89. Да. А трубочки уже тоже самоделочные. Да. Аккумулятор, кстати, новый у нас. О! Новый. Это. Где, поехали домой. Ты же вообще за рулем. А чё я хожу без пива? Ёпрасоте, день зря прошел. Кстати, опа, вот да? Агрерчик надо делано? Это. А? Его это замочить. Не знаю, что это такое. Что тут, видимо, дед противоугонку делал. Кстати, воду я проверил в радиаторе. Минус 40. Нормально? На Алтай поедем? Завтра еще. Блокировка задняя работает. Шланги надо купить, бросить. Бляха, а размер какой шлангов? Вопрос. Ладно, все, поехали домой. Я спать хочу.